Здравствуйте, меня зовут Лисицына Люба, и фильм, который я хотела бы снять о Великой Отечественной войне, он будет посвящен принципу жертвенности, ту способность жертвовать собой, своей жизнью ради жизни другого человека, которую проявили наши деды, и благодаря чему, я думаю, мы на самом деле выиграли эту войну. Моя история — это история фронтового оператора. Он попадает на войну вместе со своим напарником в самом ее начале, и напарник погибает, жертвуя собой ради жизни друга. Наш герой остается в живых, и чувство вины за погибшего, чувство долга перед ним, они начинают толкать его на самые опасные, авантюрные и безрассудные где-то поступки, предприятия. И он постепенно он заслуживает славы героя. То есть то, что для него всего лишь способ отдать долг и очистить, внутренне очиститься, для других видится подвигом и героизмом. То есть такая история, где-то схожая, наверное, с Хемингуэем. Проходят в годы войны, и ему представляют нового напарника, и вдвоем они оказываются в аналогичной ситуации, в которой уже наш герой, он жертвует собой ради жизни своего напарника. Это все, спасибо.